Пум-пум-пум-пум-пум-пум. О, Виталик, здорово, опять! Тебя что, здороваться не учили? Пана берут по объявлению, потом мучаешься с ними. Мариночка, слабительно мне в туалет. Андрюш, ты что, домой так и не ходил? А я из дома только. Давай, краба. Андрюш, ну ты чё? Ну ладно, я сам всё сделаю. Андрюш, ты сознание потерял, что ли? Андрюша, проснись. Сеня, радость моя, опять горбатишься. Сколько раз горел, спину ровно держи. Давай-ка, давай-ка, выгибай свою спину, а то горбатым так и подохнешь. Вот, другое дело. Ну, Семён, ну это уже перебор. Ты чё, опять бухой на работу пришёл? О, почки. Нормально, вот сюда. Почему степлер похож на вампи-дракулу? Дракула, чуваки, вы видели? Два клыка торчит у него, офигеть, да? Вампи-дракулу свалил. А чё это пончик? Правильно, это мой пончик. Ты что, я в пати совсем сдурел? Ноутбук бы хотя бы для приличия включил, что ты работаешь за ним. Евпатий, простите, Евпатий! Почему вы все тут такие конченые? Миссис Цыпа, мне нужно срочно с вами поговорить. Боюсь, мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Прощайте. Здравствуйте, я ваш лечащий доктор, мне нужно провести несколько тестов. Пройдите пару шагов вперед. А что у вас с ногами? Вы чувствуете, я сейчас бью по вашей диафрагме? Доктор, я ничего не чувствую. Она у вас очень мягкая, как желе. Вы вообще ничего не чувствуете? Нет. А здесь? Чуть-чуть. А вот так? Ничего. Вы уверены, что ничего не чувствуете? Абсолютно ничего. Тогда пропишу вам однёрочку. Пациент, некрасиво вышло. Мы просто прогуливаемся вот сюда на креселко. Сейчас сядем аккуратненько. А где у нас голова? Кажется, здесь... Нет, это не голова. Голова с другой стороны. Кажется, здесь... Ага, вот нашел, все. Разобрались. Ну что, ты тут полежи, как договаривались. Ага, я пошел за таблетками, сейчас схожу. Коллега, непорядок, я не понял. Коллега, почему у вас пациент разговаривает в палате по телефону? Это незаконно, идите разберитесь с ним. Сделайте ему втык. Или выговор там, или укол в задницу. Я не знаю, что там вы примените. Поговорите с ним. Ой-ой. Здравствуйте, у вас тут собеседование? Перезвоните тут собеседование. Собеседуйтесь, господа, я вам тут не помешаю. Я просто зашел тут за своим теннисным набором. О, давно не тренировался я. Вот это жесть. Кто-нибудь, снимите трубку, достали звонить из телефона. Ты что, не слышишь, что ли? Не звони сюда. Виталий, очнись. Боже ты мой, как вообще можно работать в такой обстановке? Какая кружка, я трубку хотел поднять. Алло, да, добрый день, это компания Чепушил. Да, у нас открыта вакансия главного Чепушила, приходите. Ты почему трубку не берешь, а? Я тебе зарплату плачу за что? Твои очки окно разбили. Алло, Гера, ты попал на бабки. Иди сюда, у меня есть план. Надеюсь, у тебя застрахована жизнь. Андрюша, Андрюша, ну что, ну ты не слышишь, что ли? Иди сюда, я тебя за ручку проведу. Что у меня такие инвалиды-то глухие? Не слышите, что ли? Возьми трубку, говорю. Черт тебя подери, трубку возьми. Андрюш, ты где? Виталя, я думаю, тебе стоит сменить рабочее место. О, думаю, вот это подойдет. Тяжеленькое. Барышня, вы просили мне что-нибудь вам дать. Так держите же знания. Знания вбиваем вам в голову. Знания — свет, тупость — тьма. Эй, ты поумнела? Походу, она кони двинула. Надо отсюда сваливать. Назад в будущее. Да блин, почему эта козявка не может остаться на одной из этих кнопок? Ну все, руки чистые. Ходим в будущее. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра, я в будущем. Привет. Это за то, что ты со мной не поздоровалась, коза. Кофе. Кофе — это моя жизнь. Кофеин течет в моей крови. А чё, ко? А где, а как? Эй, сосок, где моё кофе? Это что за нагибалово такое? Шлёпните, чтобы начать уровень. Деда шлёпните? Дед, извини, но тут так написано. Сожми зубы. Ну что за бескультурщина?
Кто в помещении в головном уборе сидит, а? Я конфискую вашу шляпу. Хелпсос, у нас тут женщина в коме. Срочно, срочно нужно ее как-то освежить. Нужно больше воздуха. Медсиальтики не прошли даром. Боря, не трогайте бутылки. Да не ссы меня, деточил жонглирой, смотри, хопа. Ну ничего, между первой и второй, как говорится, блин, комом получится со второй попытки. Боря, это вообще две разные поговорки. Жена, где жрать? Я хочу жрать, я хочу на столе мясо. Мясо мне, мясо. О, у тебя новый топор? Ну да, заценил, изби меня мамонта и зуба дракона. Ну капец, какой крепкий. Так, о чем это я? Ты мне зубы-то не заговаривай. Мясо где? Сосед, дай по-братски пожевать что-нибудь, а? Ты пекли, ты своего бери. Смотри, какой маникюр сделал. Ой, а у кого это губки распухли? Наконец-то мяша! Сейчас зажарим и будем жевать. Сыровать еще. Кто там на меня смотрит? Ты что, тоже хочешь? На, держи! Я не жадный! Что ты мнешься? Ручку давай сюда! Предложение кости и мяса тебе делаю! Иди сюда! Будь моей отбивной! Но пока блюдо готовится, надо сбацать! Drum and bass! Вы не против, если я по вашему бубну своей огромной косточкой постучу? Я не понял, жена, это что ты такое посасываешь, что дай-ка тоже попробую. Куда заныкала? А ну верни стаканчик, верни на место стаканчик. О, уточка, ты крякать умеешь? Давай крякай. Как это вышло? Давай пищи. Бракованный, наверное, кряк. Девушка, у вас бракованный кряк, заберите его. Вот падла. Ути-путички, тюлень. Свисток, а не тюлень. Плюшевый какой-то. Меч ждая. Крутяк. Ой, здорово. Сейчас мы узнаем, какой ты дедай. Увернулась. Занюхнулась. Промахнулась. Паучку прошлёт. По носу прошлёт. Есть попадание. Дарт Вейдер побеждён. Я знал, что ты Дарт Вейдер в юбке. Сдохни, 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 сдохни. Но почему у меня не бьётся в бубен? Сколько бью, а не бьётся? Может, это не бубен вовсе? Или палки у меня фиговые? Ща протестируем живой инструмент. А ну иди сюда. Да нифига. У тебя что, башка пустая? Ты слышишь эти звуки сосущие? Кто это там у нас? Дай стаканчик по-братски. По-братски прошу, дай стаканчик, а? Вот ты жопа. Ладно, сам напросился. Что-то мы с тобой в бит не попадаем. Ну-ка дай мне сюда свою балку, я покажу тебе, как бить надо. Ну ты что, с первого раза не понимаешь, что ли? Где палка? Фига у тебя носяра, как у Санта-Клауса. Братиской, ты туда же. Все эти стаканчики сосут, и ты тоже. Завязывай, а то я тебя динозавру скормлю, понял меня? Чтоб эти стаканчики больше не посасывал, понял? Еще одна сосалка тут. Вы что, совсем офигели, что ли? А ну брысь, сударников! Все, братиска, ты теперь отвечаешь за бубен. А ну не играй! У моего братиски сейчас соло будет. Все, короче, я сваливаю с этого каменного века, он меня достал. Обратно в будущее. В офис. О, как хорошо под вентилятором. Мужик, ты что, тоже прохлаждаешься? Отойдите, пожалуйста. Отойдите, говорю, вы мне загораживаете вентилятор. Можете окно открыть. А что там у меня в ногах путается? Мужик! Давай, вали отсюда, развлекся тут, блин. Прощай, Карлсон. О, винт забыл, винт забери. Точнее, пропеллер свой. Мне и с открытым окном будет прохладно. Ой. О! Ты что тут свои губы распластал? А ну вали отсюда, блин. Подкрался незаметно, Карлсон долбанный.
Уважаемые посетители клиники Дезинфекшн, мы начинаем процедуру дезинфекции. Нельзя жрать в нашем кабинете. Вы очень грязные, вас нужно продезинфицировать на 99%. У вас очень потные подмышки и очень грязный пупок. Я думаю, что дезинфекция вам уже не поможет. Вас нужно ликвидировать. Алло, клиника Дезинфекшн? Мошенники? Вам нужен Василий? Сейчас. Василий, это мошенники. О, боже ж ты мой, я не знал, что по телефону так можно клобучить. Какие нынче мошенники пошли. Я знаю, что вы в соседнем офисе сидите, козлы. О, мечи Ассасина. Крепкие резиновые мечи. Какие они мощные. Ну все, ребята, вам хана. Машуня, ты сегодня провинилась, поэтому голова с плеч. Не получилось. Сейчас, еще разок. Ты что, выжила? Добиваем, добивашечки, добивашечки.